И в 3 часа 42 минуты сегодня было открыто движение поездов по второму пути перегона Инта-1 угольной северной железной дороги. Восстановлен путь, поврежденный в результате подмыва насыпи и схода вагонов пассажирского поезда. Железнодорожники возвели насыпь, уложили 200 метров новые рельсо-шпальные решетки. Путь выровнен спецтехникой. Движение открыто по обоим путям перегона. Все задержанные в результате схода поезда вводятся в график. Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении РЖД пассажирам или на сайте российских железных дорог, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов 8 800 775 400. Звонок из любой точки России бесплатный.